Эти вообще к тебе? Они с тобой? Нет, не со мной. А что они такие? Да пусть идут, ей не жалко. Мы забыли печенье. А, ну да. А они-то знают. А, они тебя уже знают, они с тобой. Ага, так они с тобой. А что ты сваливаешь, скажи, да, на меня? Собаки попали. Все нормально. Я буду хоровать за тебя и за себя. Первый раз ты меня сподвигла. За 8 лет я пошла. А ты не ходила? Ни разу. Так же, как и ты. Там же тебе правильно сказали, что мы сестры. А это наш дом. Весело-то как? Я думала, скучно. Сказала, пойдем с нами. А это танцы? Вокруг 6:30 отправляется. Такая осознанная, да, собачка, да, с нами пошла. Она хочет просветления и мудрости. На полнолуние, да, на просветление. Sai Ram, 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 Sai Ram,
Какие собачки духовные, прямо идут с нами, этот обход. Только все учитывается. Да. На 4 страницы. Можно на 8. Бескорыстное служение. Человек раздает воду, получил воду. Спасибо. Thank you. Они выходят, чтобы дать просад, послужить людям, кто идет в крепость. Инди держится. Да. Ну как ты думаешь, сколько мы прошли? Ну иди. А что тебе дали? Хочешь подержаться? Madhava re Я прямо вот этим видом, Наташ, я вот наслаждаюсь. Я работала на рынке много лет. И каждый вечер у нас люди с бутылками пива. Утром собирали дворники пива. А здесь люди с кокосами ждут повозку. Чтобы огонь зажечь и потом поделиться. И принести свой домашний алтарь. И еще ходят, раздают конфеты, печенье, воду. Считают за честь вот этих путников немножко накормить. Смотрите, да? Да. Ну, хоть какой-то просад, да? Ой, ты всю дорогу снимала, да? Снимала, да. А кто-то... У меня же все запротоколировано. Надюшка присоединилась позже. У меня все ходы записаны. В общем, я присоединилась на заправке. Но ты на чем догнала-то нас? На своих двоих. На двоих? Ну да. Тогда это нормально. Я думала, ты на рикше, как барыня. Ну и хорошо. Деньги за... Вот она, честная. Чистосердечное признание. А мое чистосердечное признание, я пошла в этот обход, потому что обещали кашку в конце. Ну, кашка, это, конечно, святое. Ну, еще, конечно, потому что Наталья приехала. Ой, как трогательно. Вот эту вот процессию встречают люди с водой. Спасибо. Сайра. На, я тебе взяла. Ой. Спасибо. Готовил кто-то тепленькое. Он палку тащит. Провода поднимает. Провода поднимать. Сайра. Сайрам. Солнышко. Ты посмотри, какая. Сайрам. Еще одно солнышко. Еще третье, четвертое в окошечках. Ты смотри. Красивое. Алло. Сайрам. Как ты сюда забрался? Батюшки. Его посадили встречать повозку. Здесь дом побогаче.
Місце рождення баби. Тебе понравилось? Очень. Очень. И мне очень понравилось. Мы дошли. Мы дошли. Супер, супер. Те, которые доходят до финиша, так и называются доходяги. Мы доходяги. Даже собачки пришли встречать. Репит, репит, повтори. Я это сделала, я сюда доехала, я выполнила все, прошла 8 или 9 километров, да, с песнями. Я думаю, 20 километров. Может быть, не знаю. Судя по тому, что я стала короче на 5 сантиметров, у меня стоптались ноги. Стерлись. Это потрясающе. Потрясающе, да. Мне очень понравилось. Великолепно. Сейчас еще кашу дам. Кашу, кашу. Ну, а я ради чего шла? Ради каши. Без каши я не играю так. Обманули, запутали. Молодцы. Весь наш дом собрался. Молодцы. Какой хороший дом. Не поняла. А чего, гроза же была? А, дорогу моют, дорогу моют. Каша. Каша будет попозже. Требую каши. У других, да. Я до этих еле дошла. Не, уже осталось чуть-чуть. А ты что, первый раз? Да. Ты что? Да, первый раз за 8 лет. Это я ее сподвигла. Да. Меня вместе, баба, а я ее. Ну, я думаю, что вместе с кашей. Ты и каша. Она будет постоянно. Наш клиент, наш клиент. Наш. Флористика. Не знаю. Бана, да? Нет, ну совсем-то первыми неудобно быть. Подождем, да. Кастрюльки-то. Слушай, да мы с тобой реально первые. Доходяги.
Ирочка, у меня есть свит, и он выливается. Все, сейчас, все. Я хочу еще цветочков, он тех. Ну иди, Чайлайнер. Я получила самое первое. Молодец. Вот она, кашка. Да. Давай веточки. Иди, попроси цветочки. Надюшка, поправь мне вот это.